И снова здравствуйте, всем привет. Итак, короткий обзор на персонажа. Вот так он выглядит. Постарался сделать его немножко такого дратым, потертым. Единственное, еще морду здесь можно чуть-чуть сделать такую грязную. Ну, а так, в принципе, для мульта уже и пойдет. Так, давайте сейчас рассмотрим, как тут работает риг. Не стал я снимать ролик, он риг такой же, как и у жирафа. Так, чуть-чуть я тут изменения ему сделал. Так, в постмод. Значит, первая косточка, это вот шея, будет теперь вот так вот двигаться, так она будет мягче. Так, Ctrl-Z. Хвост тоже настроен без таргетов. Inverse Kinematic. В прошлом ролике я показывал, как это делать. Так, Ctrl-Z. Тут с ногами. В этот раз ноги, видите, я как поставил. Подальше, значит, от тела, чтобы не двигались ребра. И получается, теперь, если мы убираем, вот теперь лучше управление, адекватнее, да? Лишнее ничего не двигается. Так. Вот теперь лапа может вот так вот свободно ходить. Так, что еще тут? Ну, в принципе, ничего такого тут серьезного нет. Ну вот, с приседаниями у него будет... Верблюд должен ложиться, да? И вот у него чуть-чуть будет с этим делом неувязочка. Вот так вот. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, все по ногам сделано. Ну, можно сделать караван. Допустим, он бежит, ходит. Ну, можно посмотреть, как вот положить. Шипкеями можно где-то тут подправить, натянуть, где-то кости перекрутить. Ну, возможно... Вот эту кость еще выше давайте попробуем поднять. Зайдем в Edit Mode. Вот эти кости выберем. Тазовые. Так, тройка на NumPad. G. Так, вот эти болванки чуть повыше. И до тела дотянем его. Вот сюда. Так, а вот эту косточку тогда... Эту чуть-чуть поменьше. И вот эту чуть-чуть уменьшим. Тройка на NumPad. Заходим в Object Mode. Выбираем кости. Ctrl-P. Вот Automatic Widget. Выбираем опять кости. И посмотрим сейчас, как она тут работать будет. Ну, в принципе, работать все будет нормально, если вот эти вот так. Ну, выкручивать их сильно не получится. А ну-ка, как-то все выглядит. Так, это щиколотка назад. Единственное, что перекрутку ему сделать. Вот если перекрутка будет делаться, то тогда нормально все это будет. Так, это сюда. Это значит R сюда. И вот можно его будет положить. G. Так, и эту косточку R. О. Ну вот как-то таким макаром, только теперь, значит, вот эту кость нужно будет, так, а когда она так перекручивается, то тогда уже лапа уходит.
так вот. Ну, в принципе, можно будет его положить, да. Может он и присесть. Так, это так, тройка на нампаде. G. Да, вот лапа нормальная, это сгибается. Все можно сделать, значит, Ctrl-Z. А ну-ка, давайте еще попробуем настроить по-другому его. Так, еще добавим, значит, вот эту кость на эту. Ctrl-Shift-C, добавим Copy Location, а на эту добавим Ctrl-Shift-C, Copy Transformation. Здесь поставим Local White Parent, Local White Parent. И тогда, если вот такая настройка будет, G, так, не ту кость взял, Ctrl-Z, G. Так, ну тут уже в принципе получше будет управление и ходить он будет интересно так. Нормально, можно и так использовать. У каждого персонажа вы видите, что разная анатомия, и поэтому есть персонажи, которые будут ограничены в каких-то, допустим, движениях. Ну, по пустыне ходить сможет, болтать сможет, что-то перевозить, там, траву жрать, ну, большего в принципе не надо, если он не главный герой. Ну а главный герой в основном что он будет делать? Он будет бегать, он будет там еще что-то. Ну по канатам лазить не будет. Если будет ложиться, то можно крупные планы просто брать, вот грудь, там где-то переднюю часть, допустим, что он лежит, не показывая, допустим, заднюю вот эту часть. Будет все зашибись. Так, еще что? Давайте пооткрываем, позакрываем ему рот. Во. Прикольно. Так, теперь R. Удивление. Опускаем ниже. На такое он способный будет. Потом здесь можно как-то перекручивать вот так вот. Удивление ему давать. Опа. Натяжечку. Ну, все работает. Вот такой вот обзор. Ссылка на этого персонажа будет в описании. Жираф тоже в описании под прошлым роликом есть, так что можно их теперь брать и делать с ними какой-нибудь мультфильм, возможно, или сценку. Еще вот бы сделать, значит, этого коня, еще лошадь бы вот такую сделать прикольную, и получше верблюд,
Жираф, лошадь. Ну, и не знаю, кого там еще можно добавить. Какого-нибудь комара, блоху, жуков каких-нибудь потом добавить. И будет все зашибись. Все, всем пока, до свидания.